Друзья, всем привет, меня зовут Кирилл Рыбасов. Сейчас я вам хочу рассказать о той подлянке от Центрального банка, которую он сделал нам на новогодние праздники. Они расширили тарифный коридор на 20% вверх и на 20% вниз. К чему это приведет? Это приведет к тому, что в большинстве регионов, которые были проблемными, не Москва, не Петербург, а большинство регионов России, тарифы будут подняты, что? Все правильно, на 20%. То есть люди, которые сейчас должны были отдыхать, кайфовать и праздновать Новый год, им сейчас надо думать о том, покупать им ОСАГО, не покупать ОСАГО, искать где-то деньги для этих полисов, а они в последнее время, вы знаете, уже не бесплатные, да, если раньше это было копейки, то сейчас некоторые полисы стоят достаточно много денег. Поэтому, что могу сказать, это настоящая подлянка, я не могу сказать, что это не профессионализм, это, естественно, продуманное решение, такое с гнильцой, да, с гнильцой. Потому что сделать именно это в новогодние праздники, заранее никого не предупредив и так далее. Понятно, что тарифы эти мусолились, но сделать так, чтобы никто не успел подготовиться и так далее. Но есть еще электронный полис ОСАГО. Я надеюсь, что вы до такого не спуститесь и РСА вдруг не представите для своих клиентов полиса ОСАГО. И страховые компании не будут почему-то тоже отказывать в оформлении электронного полиса ОСАГО, почему-то у них на новогодние праздники не будет работать. Поэтому, в общем, наша задача как страховых агентов, специалистов в области страхования, оповестить клиентов в эти новогодние праздники, то есть у нас они, получается, пропадают нормальные, да, невозможно здесь отдохнуть, оповестить и сказать, что ой-ой-ай-яй, друзья, вот такая подлянка со стороны Центрального банка, давайте думать в нашем регионе. Цены поднимутся на полисы ОСАГО, цены не изменятся или упадут. В большинстве случаев я прогнозирую, что будет поднятие тарифов. Понятно, через там 3-5 полгода, может быть, конкуренция все-таки приведет к тому, что цены снизятся, но вот конкретно сейчас, в январе-феврале, они точно будут повышены. Приглашаю всех на мой бесплатный тренинг по автострахованию, особенно те, кто сейчас уже с опытом. Почему? Потому что мы как раз-таки будем обсуждать эту ситуацию с изменениями тарифами, что и как, зачем и почему и так далее, и так далее.